Перед началом этой серии мне нужно дать некоторые пояснения, так как мы потеряли значительную часть кадров. В целом не критично, ибо утеряны были кадры того, как мы строили наковальню, фармили опыт, зачаровывали и совмещали эти зачарованные предметы. Все это часть подготовки к экшену, с которого мы и начнем эту серию. Ну и раз уж я залетел за кадр, хочется сказать спасибо за подсказку, что можно снимать зачары с покоцанных вещей, получая таким образом опыт. Опыта нам сейчас действительно очень сильно не хватает, ибо все уровни мы растеряли за последние пару серий. Короче, в утерянных кадрах мы сменили зачар на броне и создали очень неплохие зачарования на одном луке для меня и одном арбалете для Макса. Добиваться более крутых чар нет особо большого смысла, так что далее отправляемся в путь дорогу дальнюю. Будем зачищать и разведывать оставшиеся острова. Я могу вернуться, покормить куриц. А все, ты ползешь, я вижу. Что ж ты ползешь? В смысле стоять? Я приказываю ты полз? Именем ты короля. Полз? Я шел. Я бежал. Ты полз. Я стремился. Нет, ты полз. Я все видел, ты полз. Сейчас кто-то получит стрелу в жопу. Вы ждали, что мы сюда вернемся? Мы сюда вернулись. Вы дождались. Тлековка. О, кстати, там эндермен. Можно эндермена убить. Где? Давай лучше поспим. Там мобов забей. Нам надо было, конечно, перед выходом, наверное, поспаться. Ну, не важно. Нам эти мобы как раз нужны. А мы вывезем? Мы вывезем. Мы не только вывезем, мы еще и везем. Ну, пошли вывозить. В атаку, парни! Криперы сзади бегут. Да. Минус. А меня отравили, что ли? Я бегаю медленно. Ага, ага. Ядро катра. Смотри, чтоб я по тебе не попал. Ты так бегаешь со стороны в сторону. Уйди. О, там паук, кстати, невидимый был. Или что это? Фортпост, пошли. Эндермен больно бьет. Несет землю мне. Блин, а как он меня ударил? Это я, наверное, случайно. Мы же выяснили, по-моему, что его нельзя стрелой убить. А, да? Типа, что он тпшится, да. Слабак он какой-то. Абсолютно точно. О, кожаные штаны с защитой от снарядов. Он нам блок земли принес, молодец. Так, смотри, главное, вон того парня с флагом. Его, короче, должны убить именно мы. Прямо сейчас, что ли? Нам же сейчас не да, далеко. И активировать тем самым рейд. А, ты хочешь сейчас его активировать? Хорошо. Да. Да. Мы за этим сюда и пришли. Не, можно было бы, конечно же, на ледяной остров сходить. Кому он нужен, ледяной остров? Точно. Это, кстати, сейчас так интересно, что, по сути, уже вторую серию идет издевательство над одним единственным подписчиком, который хочет, чтобы мы сходили на ледяной остров. Я его убил. Все, баф навешался на тебя? Нет. В смысле нет? Ничего не произошло вроде. Ну, зловещий флаг там вот выпал только. Ну так вот, баф это и есть баф. Все, пошли назад. Ты меня уже А что написано испугал. Тут? Светло-серое основание, светло-серый столб. В чем прикол? Все, пошли, пошли. Двери фортпоста должны быть закрыты. Вы последний выходите. Хотя, если бы я последний выходил, я бы не закрыл. Вот поэтому, собственно, я тебе и сказал об этом. Я ж знал, что зато ты я... не сделаешь. Зато я честен. В этом мало плюсов, если ты все равно ничего не сделаешь. Вот казалось бы, столько мобов много было, а что-то уровня ну совсем не прибавилось. Ну это значит, это похоже на одну пачку мобов, которые мы убиваем, которые нападало. Они как бы их ну, да, с виду много, да. А по факту... Просто потому, что они разрозненные. То есть они разрозненные, опасные, но, блин. Все-таки ферма опыта наша хороша. Можно будет в ад отправиться. Зачем? А, свинозомби погасить? Там забуриться. Угу. А за них много опыта дают? Столько же, сколько и за обычно? Их просто там много. Да? Ну и как бы ни хрена. Ну, нажми на Е, не знаю. На что на Е? Ну и толку. Флаг могу сюда поставить. Так в смысле? Так ты же сказал, что у тебя... А, ты имел в виду... Блин, там баф в виде флага должен был быть. А, нет, ну вот флаг. Все. Ну да, там баф должен был быть в виде вот такого флага. Mm-mm. Но это не дело. А как мы пройдем карту без рейда? Ну, если его нет. Возможно, это сбой скрипта. Мы тут как бы ни при чем. Мы их всех убили. Убили. Какие к нам вопросы могут быть? Ну просто ты... И то. Но это ужасно. Ну, а я что с этим сделать могу, и ты? Все, пошли на ледяной. Воду, главное, возьми с собой, вот она как раз на ледяном нам пригодится. Блин, а там же она будет замерзать. Да ладно. Тогда придется врубать скиллуху, если мы будем падать, разливать под собой воду, когда мы падаем. Куда падать? В прыжке. Я не собираюсь никуда падать, ты охренел? Я не буду. Ну, падать, там же башни здоровенные. Черт. А вдруг мы упадем с них? Это прям очень плохо. Чего не понятно. Ну, может быть, у нас есть какие-нибудь сапоги, не знаю. Ты будь мужчиной. Нас дракон ждет, там мы падать будем в разы чаще. Это а может, еще мы не хуже. Пойдем? Может, мы с ним поговорим? Да, договоримся с ним так.
Я тоже думаю. По-братски. Ну а что, у нас есть ферма железа, даже золото есть. У нас есть что предложить? Золота у нас нету. Есть. Ну немножко, но есть. Нету, вообще ноль. Полный ноль. Куда ты его дел? Я сделал себе золотые морковки. Я тебе в жопу засуну. Мы теперь не договоримся с драконом. И это проблема. Ты понимаешь? Мы ему морковки предложим. Это еще круче, золотые. Чем золото. Да. Золотые морковки. Неплохо. Я думаю, у него лапки, он не может сам сделать. Ну, вот мы можем, мы ему сразу в ротик хам-хам-хам. Да. И он будет счастлив. Ну, на этом острове никто не заспавнился. Я думал, что здесь фортпост, и здесь они должны спавниться, но... Видимо, они просто были в количестве некотором наспавнены, и все. Да-да-да. У нас есть опасная дорога. Danger, danger, danger. Что-то... Нет. Да-да-да. Слушай, да, ты... Да, я нашел портал. Я нашел портал! Древний корабль. Необычно выглядит место, где ты нашел эту книгу, правда? Предположительно, этот корабль остановился здесь давным-давно, и с тех пор почти все на его борту превратилось в снег и лед, как, собственно, и он сам. Его название нам не суждено узнать, но портал в край, который перевозили в трюме, нам очень пригодится. Портал. Это тот самый портал в край, необходимый для побега. Вернее, его рамка. Но к твоему приходу, вероятно, она будет немного разрушена благодаря подконтрольному министерству персоналу. Твоя задача — вернуть рамке нормальный вид и активировать ее. Но будь осторожен. Если поставить часть рамки портала не с внутренней стороны, то у тебя может не получиться ее активировать. А так как инструментов для открепления части рамки у тебя нет, то второго шанса не будет. Угу. Понятно. Такая подсказочка, что ее нужно обязательно отсюда, с внутренней стороны, ставить. Угу. Ух, сложно все это, сложно. Так, вход нашел. Вроде бы это вход. Нет, оно а налево, вход? Потом после нее. И дальше. Ну да. Я бы сказал, вокруг просто. Проще. Криперов бах. Лол. Это же за подземный ход. Лол! Я дом нашел чисто случайно за счет крипера. Дом. Я преклоняюсь перед тобой. Вот, это маяк, что ли, вот этот вот синенький? А вот это что? Это блок изумрудов. Забираем маяк с собой. Ну да. А он точно заберется киркой? А, я без понятия. Охуенно. Вот. А, нормально, забрался. Ну, неплохо, ты знаешь. Изумруды, как минимум, как бы, они реально нам очень тяжелым трудом достаются. А тут мы на халяву взяли. Ну да, у меня целый стак, считай. Так, это вообще бесполезный остров. Ну как бесполезный? С этого острова, по сути, и началась вся история. По крайней мере, как я ее понял. Старого мужчину закинули на этот остров в качестве исследователя древних надписей, всяких руин. Пожилого деда. Да, пожилой дед сидел на этом острове, выкопал там свою себе пещеру, выкопал. Что-то там изучал, проверял. Стал путешествовать по другим островам. Нашел портал, сходил в ад, познакомился с оккультистами, которые обитали возле ада и вообще как бы поддерживали портал в ад. Крутой мужик. Давай думать, куда маяк. На крышу нашего здания основного. Или на статую какую-нибудь, которую мы сделали. Что с ним не так? А, все нормально. Дурак. Хорошее тут место. Можно, кстати, здесь что-нибудь построить. Ты забираешься, случайно кто-нибудь жмякнул, люк открыл, и ты задницей на кактус. По-моему, у нас ловушки изощрение, чем в Древнем Китае. Сколько нам надо железных блоков? Дофига, крафть все в железные блоки. А, я жопой на кактус сел. Неправильный путь выбрал ты. Неправильный. Это точно, блин, я с голем столкнулся, знаешь, у меня душа в пятки ушла. Кривой. Перфекционисты орут в гневе. Он так и не будет работать вообще-то. Вот. Теперь... О, желанный свет. Скорость и спешка нам далась. А спешка это я не знаю. Мне ничего не далось. Надо залезть туда, я не могу. А, это можно выключить, выбрать. Я скорость выберу. Спешка это, наверное, типа быстрее копать. Теперь мы будем быстрее бегать. Но у меня нет никакого эффекта. Ну, погоди, я включил. Нет, не включил. А как его включить? А, кинь мне железо. Надо заряжать его железом? Угу. В смысле? То есть он жрет железо для того, чтобы давать благословение? Да. Нахрен он нужен? Вырубай. Так его, по идее, один раз заряжаешь, и все, и навсегда включается. А, да. Вот, теперь мы будем быстрые. Да, сраный голем. У нас появился маяк, дерьма кусок. А у тебя? Что появилось у тебя? Расскажи. Ну, нам хорошо, нам как раз именно по делам тут. Да-да-да, постоянно мы тут бегаем, находимся.
А что будет дальше? Почему мы сразу не сходили туда, к маяку? Там так пусечно. А, ну, с броней было бы не так пусечно. Что, говоришь, нам надо? Вот я не знаю, что нам надо дальше. Я знаю. Раз не получилось повоевать там, мы повоюем в другом месте. В аду? Нет. В пирамиде. Матерь Божья. У нас только вот в аду мы так там и не нашли. Все слутали. Нет, мы в пирамиде, нет. Это все слутали. Я это сейчас шепотом скажу. Но это было в той попытке, когда мы сдохли как твари, а потом плакали. Дали это. Не приму такого исхода. Давай ты беги, я сзади. В тебя стукаюсь. Звучит так себе откровенно. Ты еще и приседаешь, ты специально? Ну теперь-то мы справимся, мы в алмазной броне, с алмазным оружием, мы вообще алмаз. Группа алмаз. Алмазные рукава, ОПГ, группировка. Главное теперь просто на криперов не нарваться, которые сделают под нами дырку. А остальное фигня. Надо поспать, а то тут моб. Да зачем? Как мы же к мобам и идем. Кстати, факела надо взять, у меня закончились. Или я буду, как вот не знаю, в комментариях уже заколупали просить нам все время щит. Чтоб мы ходили со щитами. Я буду со щитом ходить. Или тебе дать, ты будешь со щитом. Ну-ка. Как ой, отдай. На. Давай, пошли, тут зомбари, смотри, уже толпой идут за тобой. Они просто появляются из ниоткуда и сразу же идут за тобой. Да как и свино-зомби они работают. Да я не могу, блин. Они не дают мне закрыть дверь теперь. Тут у чувака был сет. Что? Курица? Они на, пролезают на, здесь. Я яйцами. На тебе еще и проклятие какое-то. Это проклятие ой. Голода. Спасибо. Я сделал ту же самую ошибку, что и когда-то давным-давно начал хавать, смотря на дверь. Да все, там нет никого. Да я соберу, что ты нафармил, пошли спать. Ты охренел? Дверь закрой. Так, тут мы были. Ага, тут мы не были. На нахер. О, вон, кстати, этот спавнер. Ага. Киркой его. В башке. Я откидываюсь от криперов. Пытаюсь. Выступай. Так-то просто это не получится, короче, зайти. Короче. О! Смотри, что нашел. Здрасте. А может не надо, может мы что-нибудь потом сделаем с этими спавнерами. Типа просто осветим. Ой. Ой! Только надо осветить. Ошибка. Сверху. Не подходи, я с мечом. Угу. Может отойти. О, прям возле меня появился, офигеть. Надо скорее освещать. О, тут коридорчики еще. В этих коридорчиках мы точно не были. Я помню, мы доходили вот до вот этого места, где я сейчас. Так, на меня сверху тут нападали. Да, вот до этого коридора мы только доходили. Ой-ой-ой. Блин, лучники со всех сторон. Отдай блок золота! Сало отдай! Отдай сало! Они криперы на меня толкнули, твари. Отходи. Да блин, надо сверху осветить. Прикроюсь бойницы. Они падают. Да. Надо заткнуть. Я воду разлил. Окей. Сзади. Ничего себе ты ёжик. А вон тут спуск, они на спуске застряли, чувак. Блин, я в яму провалился. Смерть моя, смерть моя. Уже близко. Да блин, дайте выберется. Выходи, прикрою, выходи. Дайте мне что-нибудь. Дайте кровать. Нормально, я живу. Тут вот сверху уже есть. Ну ладно, смотри, частично мы пирамидку защитили. Ага, вот тут сверху, это то, о чем ты говорил. Эндер жемчуг. Во, это то, что нам нужно. Я пытаюсь сейчас наверх забраться. Блин, они спавнятся прямо на лестнице. Или они снизу идут и просто меня не замечают, игнорируют. Твари. Где ты? Так, я тут свет нашел, пришел в старое место. О, еще эндер жемчуг. Какая же здесь высокая пирамида. Слава. А? Что? Я нашел какую-то очень странную комнату. Подожди, я сражаюсь. Вовсю. Я нашел блок золота. Алмазик. А где ты сражаешься? Я на втором этаже. А тут мы были, мы тут как раз таки подкапывались. Ага. Помнишь тогда, когда блок золота собирали? Ну-ка, а вот здесь, вот смотри.
комната с механизмом. Так, я попытаюсь, я вверх пройду. Угу, вверх — это вот финальная комната, где мы были уже. Лазурит мы, кстати, тут не забрали, у нас не было кирки тогда. Хороший. Аккуратней, здесь лучник злой. Крипер еще злее. Лучник-то фиг где. А, то есть здесь чисто техническая комната была. Да. И заспавнились люди. Надо тут пройти. Опа, это что такое? Еще одна комната, которую мы не видели. Липкий поршень. Ого. Хорошая тема. Идем за мной. Подожди, я сюда иду. А что? Куда? Куда ты меня зовешь? Вот здесь мы не были. Вот здесь мы не были. Где ты? Вот тут. Только не столкни меня и, ну, не подходи слишком близко. Тут много зомбарей, я мечом их убиваю. А, можно пройти в это место с другой стороны. О, книга на зачарной бесконечности. Помоги, у меня нету факелов, надо осветить тут. У меня тоже нет. А, все, я понял, что это за место. Все, сейчас здесь мы будет свет. Мы там взрывали. Минус спавнер. Мне было не до того, как бы. Угу. О! А, блок просто... железа. Нет, я сундук. Я просто копался здесь, чтобы сделать дырку вот эту, чтобы свет пустить. Блок железа, кстати, скинь мне, у меня блоки железа. На. Золото тогда мне кидай, если какой-то будет. Давай, у меня есть золотой блок и золото. Идем. Во! Еще один сундук. Опа! Кладовая. Кости. Сплошные, ничего интересного. Стрелы. Так, ну тут я немного прошелся, но тут было много людей, поэтому я так очень где быстренько. Мне? Я в другую сторону пошел, не в ту, в которую ты. Тут... Факела. Блок. Ты я потому что туда уже пришел. Вот, я, собственно, туда и вышел, к этой комнате. О, здесь спавнер, блок. Топор Инноса. Ну, мой топор, он чисто такой на добычу, а это именно боевой топор. Боевой топор. Не, больше ничего интересного нет. По блин, сути, зачем ты спавнер разрушил? Ну вот зачем? Ну забарей, ну все, нету уже. А мы спавнер потом можем использовать. Вот зачем? На, железо и замолчи. Зачем ты разрушил спавнер? Мразь. Он нам не нужен. Нужен. Он нам не мешает. Ну что плохого тебе сделал этот спавнер, что ты его убил? О, эндермены, целая куча. О, веди их сюда. Ой, за мной вылезло тут зомбарей, как грязь. Давай, отходи, отходи. Прикрываю. Они на тебя загрены, я их буду бить. Ой, аккуратней, все. Аккуратней. Насколько, больно жахнул? Нет. Но все равно опасно. Я попытаюсь эндером за... Ну, надо уходить, эндер загрелся. Давай, я на себя зомбарей возьму. Отходи. Я на себя зомбарей. Блять, я ухожу. Лучников очень сендер. Много. Воу-воу-воу, да. Что такое началось? Отходи. Знаешь, о чем я подумал? Минус эндермен. А? Мы отходим, типа, знаешь, в безопасное место, в пирамиду, в которой стоят спавнеры с мобами. Типа, это место безопаснее, чем то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хелп, два сердечка. Где? Где ты? Я убегаю через мост, кушаю. Давай. Фух, все, я выбираюсь с острова. Все, выбирайся. Два крипера, я пережил два крипера. Да, блядь, кто огненными стрелами стреляет? Какая мразь. Откуда главное? Два крипера, пипец, бахнуло. Фух, все. Да, у меня тут тоже, конечно. Фух. Да выбирайся, все. Я боюсь. О, вот эта мразь. Скелет просто один был с огненными стрелами. Очень неприятный скелет с огненными стрелами. Я воду разлил у себя, и они не могут ко мне подойти. Так, я бегу к блокпосту, готовься встречать меня. Ну, я около блокпоста все более-менее зачистил. Так, все, я пробегаю мимо тебя. Найс. Миссия по зачистке выполнена. Я там еще эндермена видел, он там за холмом. Я двух убил, по-моему. И с одного выпал жемчуг. У меня 4 жемчуга с собой. Не, у меня один как был, так и остался. Ну, у нас еще в сундуках было 2, по-моему, или 3. Да, что-то было чуть-чуть. Липкие поршни, ты чё? Тоже заберем, может, что-нибудь построим. Ну, чтоб не бегать сюда за ними. Угу, забирай. Я просто выложил, чтобы ты посмотрел, что нам надо, не надо. Ага. Давай я тебе бахну в щит. Давай я тебе бахну в щит. Стой, остановись, повернись на меня. Нет, давай не здесь, уйди. Повернись. Мы по прямой, ну что может быть? Только на может пойти не так? Что может... Что ты яйцами кидаешься? Сейчас водой в тебя кину. Я ведром, тебя кину. Железным ведром. Я тебе сейчас всю дорогу засру. Да я тебя Ладно, засру. Ты сюда пойдешь. Гнилой я плотью. Блин, зачем я гнилой плотью выкидываю? Да. Ешь, можно продать. Ты понимаешь ее ценность. Ну что, ты готов? Давай, щит. К чему? Щит. Погоди, я тебе не могу пока. Ой, какой быстрый я стал. Давай, я сейчас не успею. Ну теперь-то ты точно не уйдешь. Не успеешь прикрыться щитом, сдохнешь.
давай. Погоди, я выкладываю золото и прочие полезные ресурсы. Душный ты какой. Видел? Да, оно отлетело так. И назад ко мне возвращается. Я Посейдон, ты понимаешь? Так, а как мне его... О, можно с щитом его юзать. Ну, кто тогда... теперь здесь папка? Давай мне щит. Прикольно. И мы вынесли для себя то, что мы можем стать почти богами. Стоит только найти громовержца, как он... Ну, не знаю. Не знаю, сможешь ли ты стать богом. Сможешь ли ты дойти до моего уровня. Я забрал себе и щит, и эту хрень, я понял. И ты водяной. Оп. Ты бы знал, чувак. Ты бы знал, мать твою, что я сделал. Что ты сделал волшебный лук? Не просто волшебный. Ну-ка, приготовились. Набрали воздуха в грудь. Это магия. Сила 4, прочность 3, горящая стрела. Так-то. Мне надо нравится. Еще один лук сделать и совместить. И это будет просто имба-лук. Ну, бронь сделал защита 4, прочность 3. Все. Офигеть. На защиту. Офигенно. У тебя был хороший лук же. Давай его совмести с этим. Так у меня силы 4, прочность 2, откидывание 1. Ну, давай, блин, давай скинь мне. Я не знаю просто, как луки... Я скинул. Идем посмотрим, что получится. Где ты? Ага, все. Рубрика «Экс». Где «Экс»? Это «Эксперименты». Итак, Слава. Не то. Профессор. Приступайте. Так, закидываю свой лук, закидываю твой лук. Сила 5 получается, прочность 3, горящая стрела и откидывание 1. Короче, он реально прям совмещает по полной. Мега имба. 18 левелов требует, а если я их местами поменяю, все равно 18 левелов требует для совмещения. Все, совмещай, это то, что нужно. Я совместил. Теперь у меня 12-й левел. Да, пишу. Мой арбалет вообще как бы нафиг просто не упал с таким луком. Ладно, раз ты мне лук это такой подарил, держи, держи, я тебе дарю. Что вот это? Теперь ты Посейдон царь. Короную, ну, короную лук, тебя. Я боюсь, я не могу выйти даже против царя. Дай я тебе мечом постучу по плечам. Кстати, могу прикрываться щитом, когда у меня копье, потому что я его метаю этим образом. Я прикрываться могу только с оружием, с другим, а этим я могу только бить. Да-да-да, то есть она бесполезна. Ну, она зато красиво, не... зато красиво. Ну, в любом случае, щит, я могу резко переключиться на меч и защититься им. Фух, ну что ж, я даже не знаю, какой еще экшен нам можно устроить. Мы... поэкспериментируем, поспрашиваем у создателя карты и все такое, как нам активировать рейд, и это, в принципе, наше последнее приключение, вот, которое мы не смогли, не осилили да. рейд и активировать. Портал. А, да, и портал дракон, что-то я совсем забыл про этого. Но он пусечка. Это не пусечка, мы боги, мы громовержцы, громозеки. Что этот дракон может сделать богам? Ну, я согласен. Так что не бойтесь драконов, боитесь нас? Да. Быстро поленицы сказали: о, демон-лорд, мы готовы служить вам вечность. Кто оставит самый чувственный комментарий, тот получит от нас бесконечный почет и уважение и станет заместителем Мао в предстоящем сражении. Мы назовем в его честь, не знаю, ребенка-жителя, которого убьем. Мне кажется, ты заговорился. Можно было просто сказать. Всем спасибо, всем пока. Пока. Ты прерываешь мои пафосные речи, человека. Ну иди сюда. А если я тебе жахну, у тебя фул здоровье? Да. Полтора сердца и горю. Ну, 2,5 сняло, плюс у меня одно отхилилось. 3,5 сердца в фул алмазной броне с зачаром. Ты меня вообще не пробил. Да? Что это за хрень? Ноль урона, просто ноль. А так, у тебя фул здоровье, да? Да, ну у меня, может, сытость была накоплена. То есть, ну ты меня как бы пробиваешь, я сразу... Ну, вообще пофиг. Я бессмертный бог. Точно. У меня же защиты-то нет. У меня взрывоустойчивость. Я поэтому от двух криперов не умер. Ты понимаешь, как нас спасли зачары? Да. Это просто офигеть. Эпик. Зачары, божество. Ну ладно, все. Все. Оно растет! Да-да-да, я заметил. Я не хотел, вот, кстати, ты говоришь, что я перебиваю твои пафосные речи, вот я как раз-таки это заметил и не стал тебя перебивать. Оценил? Ладно, я прощаю тебя на этот раз, смертный.